Друзья, привет! Сейчас планирую направить свой трек, свою песню «Легенда» в плейлисты. Как я это буду делать? Смотрите, ну, начнем с того, что я это буду делать через OneRPM и отправлю в первую очередь в их плейлисты, которые мне предлагают вот здесь сделать. И у меня уже одобрен трек, то есть я его уже отправил. У меня есть дата релиза сегодня, ну то есть у меня достаточно времени. Тут есть важный момент, что у меня до начала релиза еще больше 14 дней. И это важно, если мы хотим отправить это в плейлисты и Spotify, и ВК, и самого тоже OneRPM. Итак, мы переходим для этого в «Приложить плейлисты». Вот здесь у нас находится. Нажимаем, и мы перешли. Что предлагает мне компания? Предложить плейлисты, питчинг в плейлисты OneRPM и Diverge. Она рассказывает, что это один из эффективных способов. И надо заполнить форму. Так, первое – это описание релиза. Краткая биография артиста, история о релизе, фокус-треки, информация о авторах или артистах при участии, какие интересные факты. Не более 500 слов. На этом этапе, конечно же, можно долго думать, поэтому важно написать что-то, что кажется важным. И все. То есть я написал, у меня получилось. Как я вообще, что я написал? Я написал сначала, что немножко о песне. Вот это романтическая баллада о любви, разлуке, надежде. Песня была написана на рубеже веков, перекликается с образами легенд. Все это я написал. Вот коротенькая, буквально, мне показалось, что так можно написать. Коротенькая информация. И плюс я собрал описание о себе. Музыкант, поэт, композитор, исполняет мелодичные, проникновенные песни, сочетающий светлую лирику. Вот это вот и я написал про себя. Вы можете тоже подумать, написать про себя, либо обратиться к копирайтеру. Вот. И еще такая история, что несколько фактов о себе. И в конце пресс-релиз я написал тоже, почему ее стоит послушать, почему она интересна. То есть вначале немножко про песню, в середине про себя, про автора, и в конце я написал про песню еще раз. Вот. Итак, у меня есть описание для питчинга. И теперь я выбираю фокус-трек, но у меня это одна песня фокус-трек. Если бы было несколько песен, то он был бы фокус-трек. Дальше основной жанр просит указать. Но у меня основной жанр будет, наверное, инди, потому что все-таки мои песни, они ближе, если слушать, то это к инди. Поэтому я по поиску прям выбираю и нахожу. И основное настроение. Ну, тут я думаю, что у меня романтик, поэтому я так считаю. Каким городом себя идентифицируете? Но мой родной город – это Москва, поэтому я идентифицирую себя с ним, наверное. Самую сильную культурную связь я чувствую, наверное, и с ним, и с Барселоной, где я еще был, где мне понравилось. С Испанией, да, наверное, в большей степени. Вот. В Грузии, в принципе, тоже. Вот, но я укажу Москва. Все, на этом этапе я просто нажимаю «Предложить». Предлагают, что невозможно отменить, и я отправляю. Все, загружается. Все, видимо, на этом этапе все закончилось. И тут я еще могу добавить на этой же странице в плейлисты в Spotify. И тут, видите, есть ограничение, что для пишинга Spotify нужно как минимум за 5 дней до даты релиза. И, кроме того, дата выхода должна выйти не раньше, чем через 10 дней. У меня все эти вещи совпадают. Попробую в Spotify. Еще нужно, чтобы у меня была уже заполненная до этого учетная запись. Она у меня уже есть. Вот. Я поэтому могу раз выбрать сразу себя. И тут я оказываюсь в Spotify. Вот. Но тут надо разобраться, поэтому этой песни еще здесь нет. Чтобы разобраться, мне потребуется время, поэтому об этом я расскажу в других уже видео. Хороших вам питчингов, хороших песен, музыки и попадания в плейлисты.